Представители отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому городскому округу провели встречу с жителями Расторгуевской части Видного по вопросам пожарной безопасности. Поводом послужил пожар с гибелью человека, произошедший 14 декабря. Собравшимся рассказали о причинах пожаров в зимний сезон и о правилах безопасности при использовании электрообогревательных приборов и печного отопления. А также разъяснили алгоритм действий в случае возникновения пожара и правила применения первичных средств тушения огня. По окончанию профилактического мероприятия гражданам были вручены памятки по мерам пожарной безопасности.